Aus Versehen! Ich bin Fröhliche! Ich bin Spöhliche! Всем хай! С вами Йоджин, и мы сегодня будем снова пробовать себя в роли танкиста, в роли авиатора, в роли кораблиста, моряка. Короче, в роли профессионала, в роли про. Предупреждаю, то, что вы сейчас увидите, вас просто заворожит, вас воодушевит и вдохновит. И вы захотите так же, как я, круто играть. Но вам придется долго тренироваться. Качайте игру, тренируйтесь, тренируйтесь и еще раз тренируйтесь. Нет ничего важнее, друзья. Ссылка будет в описании. А еще там будут бонусы. В бой! Я знаю, что вы все думаете. Вы не верите в меня. Вы просто смеетесь надо мной сразу, сходу, зачем-то. Обидно. Обидно, скажу вам так. Но я здесь, чтобы показать вам мастер-класс. Я тренировался. Через 7 секунд вы увидите, как натренировался я. Как сурикаты выскочили. Смотрят, нет ли хищников вокруг. Кажется, все чисто. Ну вот мы пытаемся сдать на право вождение танком. Это буква А. Все, мы можем водить танк. Наше вождение только для пальм опасно, друзья. Больше ни для кого. Надо бы, чтобы наше вождение танка было опасно для всех. Особенно для врагов. Как же это сделать? Сделать своим врагом пальму! Сдохни, пальма! Ха-ха! Я вошел в раж убийственный, смертоносный. Теперь пойдемте помогать нашим союзникам. Самолет. Ты, короче, попал. А я не попал. Я вижу, что что-то происходит вокруг. Я слышу это. Стоп, мы в дыме скрылись. Попал я по нему? Огонь артиллерии. Нет. А? Кто? Ты самолет, что ли? Как краб зарылся. Мы не можем рулить. Но я ведь только получил права. Вот откуда стреляют? Я не вижу. Пальма? Ты попляшешь у меня. О, мы можем ехать. Это пальма была, представляете? Да чтоб тебе сверху прилетело от чайки. Смотрите, мы можем просканировать наш танк. Простите, комрады, вы не против, что мы к вам пятыми точками повернулись? Они еще много буррито съели, по две штуки каждый. Не завидую я тем, кто рулит. А! На меня самолет упал. Вот так мы камуфляж себе добываем. Каким-то образом. Камни, у нас с вами общие интересы. В ваших интересах меня спрятать. Мое место в команде 10-е. Твое место, понял? Мы просто не за Россию играли, вот и проиграли. Сейчас я за Россию! Мне кажется, этот танк смотрит как бы наверх, на снаряд, который сверху летит. Ребят, вы забыли заднюю часть танка. Мне кажется, что это не очень безопасно. Слушай, Ваня. Да, да, Сереж, что такое? Вот не кажется, что вот нам вот вообще нечего тут делать с тобой? Ну да, как-то есть такое ощущение. Ну вот это нахрена нас сюда посадили? Я не знаю, может быть, это на случай, если вдруг наших друзей убьют, и мы сядем на их место? А, ну конечно, точно. Мгновенная замена. Да, а что, если мы умрем первыми? Ну, тогда, я думаю, нас заменят эти ребята. Сядят на наши места и будут втуплять. Куда же ехать? А, если бы не эта металлическая пластина перед моими глазами, я бы точно видел, куда ехать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Самолет! Он выведен из строя. Неужели? Как же так? Ведь так хорошо защищен был мой экипаж. Давайте стрелять не на поражение, а на авось. Черт, черт. Камикадзе! Давайте выйдем из пламени, чтоб вообще враг пересрался. Пламя, стой! Погоди, я еще не выехал из себя. Блин, стоп. Дрифт, ты меня попляшешь. Ты у меня полетаешь тут. Заряжено, давай. На. За историю этой игры кто-то должен был хоть раз попасть вот так вот на лету. Это был я. Просто я не заснял этого. Дрифтить. Срочно. Вот он. Вот кто пытается это замутить со мной. Зло сотворить. Знаешь, что, блин, скотина, сволочь такая, на тебе. Нет. Удерживая F. Вот тебе! Ничего страшного, зато я убил его. Он высунулся на меня, чтобы отдоминировать, но не, не. Нет. Вот в войне с ним я победил. Это я и хотел продемонстрировать. Давайте покажем, как японцы сражаются. Как истинный японец, я покажу, как сражаются японцы. Я выберу эту стену, как Харк. Ай, противотанковая. Останови меня, но ненадолго. А теперь... Какой смешной танк. А теперь мы должны аккуратненько из-под тишочка вылезти. Кидануть на всякий случай. Выехать. Садить. Ехать. Крыша не крутится. Придется крутиться теру. Моему. Он ожидает, что мы сдадимся. Нет. Японская народная мудрость грозит. Евгений, не мудрый. Вон он, думает, живой? Нет.
Я взорвал. А это бур мой? Погодите. Да, немножко боли. Где он? Ах ты! Мимо, я занервничал. Удерживать. Нет. Не получается пока что продемонстрировать вам все навыки, которые я тренировал. Но если мой японский танк не смог победить, то мой флагпанзер! Мы постоим под мостом, подождем, а потом поедем. Зачем? Ну ладно, не спрашивайте. Вы танкист, может быть, а? Нет. Вы учились? Нет. Тренировались? Нет. Самое главное, вы про... Может быть, но это делает вас предсказуемыми. А я непредсказуемый. Никто не знает, что я выкину в следующий раз, поэтому я очень опасный противник. Опасен сам себе в первую очередь. Я знаю, что вы хотите, чтобы я говорил по-немецки. Потому что большая часть моей аудитории, костяк моей аудитории, это немцы. Я смотрел по аналитике. Поэтому, чтобы вы были довольны. Смотрите, первая модель машины. Протестируем наше оружие на... Да вот этом дереве! Я! Щепки полетели! Устрашает. Неопознанный! На всякий случай буду стрелять! Это вообще какой-то... Это третья сторона конфликта! Назови себя! Ausverdächen! Он точно не немец, потому что не понял, что я сказал. Нет, 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 нет! Да, nein! Надо взять что-то мощное, сильное. Надо вернуться в то самое место. Е-ха! Вот! Кто-то выстрелил. Как только я заберусь, я вырежу вас всех. Бойся моего ствола. Может быть, он и маленький. Но это еще не значит, что он безобидный. Вон, я умер вон там. Это я буду говорить своим внукам. Ты промахнулся. И ты попал. Поздравляю. Какой убогий танк у меня! Смотрите, разлетелось в рожу всем пятерым. Ладно, но я на самом деле не хочу воевать. Вот чё, вот никто не слышит меня? Я не хочу воевать. Я самый невоинственный немец из всех. Я же добрый немец. Я езжу, не хочу воевать. Просто пою себе песенки. Gitarre für die Schmerzen kennt. Von Feuerdust der Lusa brennt. Bang, bang! Вот моя любимая песня. Feuer frei. Преимущество на нашей стороне. Так, что ты себе представляешь? Неповоротливый кусок металла. Зато быстро едет. Может быть, смогу удрать. Победа. Победа настоящая была. Не поддельная, не монтаж. Жизнь отдал за победу. Три раза. Что ж, друзья, пришло время, так сказать, расправить крылья и показать, чего я стою в авиасражениях. Давайте поиграем за Британию, за королеву и двор, стреляя в упор. Гоша, ты помрешь. У меня заклинило оружие. Кажется, Гоша что-то там сказал про королеву. Ну все, хана тебе. Я просто летающий рыцарь. Гоша что, бессмертный? Не понимаю, что происходит. Сэр, ну извольте. Извольте перестать дергаться. Гоша, твоя мать! Хватит. Умри, Гоша. Вот, все. Я психанул. Посмотрите, это летит каратель. Каратель летит. Сейчас в землю, как на тебе, белка. Сдохла. Ну что, Сэбик, ты готов полетать? Нет, не готов. Бой! Кто-то там мне в хвост стреляет. Но я так спокойно уворачиваюсь. Перегрузки дикие. Но я же русский. И такое испытывал. Ау! Я не умер, просто немножко посидел от страха. Но я же русский. И такой страх я испытывал в своей жизни. Какой жизни? Я и жизни-то и не испытывал. Я же русский. Что такое жизнь? Русский не знает. И чтобы как-то компенсировать свое бытие, я лишу жизни своих врагов. Ренат, я тебя лишу жизни. Можешь не увиливать. Ты не сможешь выдержать этих перегрузок. Зря ты думаешь, что ты сможешь лететь меня. Я пристал к тебе как банный лист. Вот. Вот так мы и поступаем. Мы довели его просто. Вот, смотрите. Просто сдох. Да, я хочу поближе посмотреть, как ты упадешь. Ах! Да, ничего. Все будет нормально. Природа кругом. Народ костры жжет, шашлыки делает. Ведь сегодня выходной.
придурок! Ну чё, мы сейчас вертолетом станем и полетим дальше. Вот мы летим. Нормально. Вот у деревца такие вот штучки, они так вот роняются с веток и падают аккуратно, плавно на землю. Дети очень рады. Вот это мы и были, короче. Теперь настало время динамичного сражения. Ёшисике, ты умрешь. Блин, миссия провалена. Может быть, моя команда и проиграла, но я победил. Мой самолет остался в живых. Это победа. Пришло время в отпуск поехать на море. Я смог позволить себе самую дешевую тур-путевку. Приобрел ее в турагентстве под названием «Военкомат». Странное название, но мне даже платить не пришлось, представляете? Ладно, я знаю, где я нахожусь. Я пришел сюда воевать. И воевать — это то, что я буду делать. Посмотрите, ох, я воюю. Ай, погоди, что ты тут мешаешь мне? Я это так не оставлю. Во-первых, чини себя. Давайте ведрами высушиваем палубу. Я знаю, что у нас протечка. Опа! Нет! Кто убил? Экипаж сгорел! Нам нужно что-то более маневренное, более мелкогабаритное. Вот. О, капитан, мы с вами будем терпеть неудобства этого дизайна, да? Ау! Ничего не поделать. А что это такое? Что это за вообще за столбик? А, одежду сушить, понятно. Ну да, это важная вещь. Мы трусы с вами наверняка промочим сегодня. Капитан, пригнитесь! Давайте. Блин, почему мы сюда загораемся? Мы же сделали из металла. Кто дрова принес? Вот, смотрите, какой клевый. У него даже есть мишень для удобства врага, чтобы знал, куда стрелять. Смотрите, вон он летит. Летит. Хочет смерть получить свою. Он на меня летит. Он принял мой вызов. Попадание? Сбит самолет! Потеряли преимущество? Нет. Я попал. Ну и кто сейчас потерял преимущество, а? Блин! Пожар! Пробоина! Дымовая завеса! Все! Он не видит меня. Он не подозревает, откуда. А, вот! Я ему пощечину такую легкую дал. Я уничтожил его! Внимание, воздух! Кто его испортил? Миссия выполнена. Миссия выполнена! Есть! Я же говорил, что я круче стал играть. Вы видали? Видали, сколько побед? Больше, чем в прошлые разы. Прогресс. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу в ВК, вступайте в мой инстаграм. В общем, все ссылки будут в описании под видео. Также не забывайте включить колокольчик, чтобы не пропускать уведомления о новых видео. Огромное всем спасибо, друзья, с вами был Юджин. Мы наконец-таки продвинулись в этой игре, мы стали лучше играть. Если вы с этим не согласны, то... то вы просто хейтер, понял? Ты хейтер, не хейт. Хватит хейтить, все. А то я тебя вот один на один вот в этом, в этой игре ты страдать будешь. Поверь, у тебя нет шансов, но если ты хочешь попытаться, то тебе надо, конечно же, качать эту игру и тренироваться, чтобы одолеть такого про, как я. Ссылка где? Правильно, в описании. А еще там бонусы будут по этой ссылке. Поэтому качай! Посмотрим, на что ты способен. С вами был Юджин, и всем пять!